ритуала на крещение на воду к Иисусу. Первый вариант – на оздоровление. Идите к любой воде или смотрите на снег, если очень холодно. Налить в вазу и дать постоять в само крещение и сказать: «Господи, в Твое крещение исцели меня, как Ты при жизни хворых исцелял, чудеса являл. Прошу Тебя и заклинаю». Рассказать, чем болеете. С улицы можно уходить, если температура позволяет, умойтесь. Дома вазу держим неделю. После вылить на перекресток, еще лучше на могилу, без слов. Ваза остается вам. То есть, если вы делаете дома, вы наливаете вазу, лучше, конечно, хрустальную, но какая есть, прозрачную. Или рифленую, но прозрачную. И держите. Почему? Потому что в такой воде хлорка. Он не будет работать с хлоркой, он не любит запах, как и все боги. Поэтому хлорка должна выветриться, но налить ее нужно в крещение. 2-3 часа, 4 постоять, потом вы делаете ритуал, держите воду, переливаете в банку, в любую, и выносите. Банку вы выкидываете. Или в мусорник, если вы до кладбища довезли, или ближайший мусорник к этому перекрестку. Если вы делаете у воды, вы просто стоите и ждете. Можете несколько раз повторить, расскажите подробно. Если забыли, расскажете после. Конечно, природная вода сработает сильнее, потому что ее объемы больше. И запах ему нравится.